Александр Сергеевич Пушкин – символ русской литературы. В Старом Осколе есть библиотека имени этого великого писателя. И, конечно, 6 июня, в его день рождения, там был организован праздник. А сегодняшнее мероприятие посвящено 219-му дню рождения Александра Сергеевича Пушкина, нашего великого русского поэта, солнца русской поэзии, основоположника русского литературного языка. Возле библиотеки имени Пушкина собрались студенты технологического колледжа и любители поэзии. Работники библиотеки читали стихи и рассказывали о жизни поэта. Затем настал черед зрителей. Я еду к вам, живые сны за мной велись толпой игривой, и месяц с правой стороны сопровождал меня игриво. Я ехал в кровь, иные сны в душе влюбленной грустно было, и месяц с левой стороны сопровождал Продолжилось мероприятие возложением цветов к памятнику Пушкина. И здесь же продолжились чтения любимых строк его произведений. По-французски совершенно мог идти сняться. И писал, легко мазурку танцевал, и кланялся непринужденно. Чего ж вам более? Свет решил, что он умен. Очень мил. Участников мероприятия собралось немного, но для них книги Александра Сергеевича имеют особый смысл. Это люди, которые перечитывают его произведения и многое знают наизусть. А вы знаете, я с ним родственная душа. Я вообще стихи с детства люблю. Вот в школе дети, знаете, не любят стихи учить, да? Я вот, чтобы нам в школе не задавали, какие стихи, я всегда полностью учу. Я люблю Пушкина и за мудрость, и за юмор. И каждое проходит время, и становишься старше, и находишь в нем что-то все новое и новое для себя. Узнаешь что, в каких-то строках, которые ты читал несколько раз, находишь какие-то новые мысли. Сегодня книги Пушкина в библиотеке берут в основном школьники. Его произведения закладывают в юные умы представление о настоящем русском языке. Наследие этого писателя бесценно.